получилось, безусловно, забить гол. Вот. Но в целом мы ожидали, что будет такой тяжелый матч, сложный матч. Потому что надо дать должное сопернику. По моему мнению, это самая организованная команда. Возможно, даже во всей лиге, но однозначно я не хочу ни в коем случае как-то принизить тех соперников, которые у нас также там играют, против которых мы играем. Но, по-моему, результат говорит сам за себя. У нас два матча по 0-0 с минимумом голевых моментов, что у одних, что у других ворот. И очень высоко организованно оборонялась команда сегодня соперника. Мы понимали это и, в принципе, готовились к такой обороне. Ну, что-то получилось сегодня, что-то нет. Если быть более конкретными, не хватило нам немножко именно групповых взаимодействий в третьей зоне. То есть мы недовольны тем, что могли более качественно сыграть вот в предголевых передачах. Чуть больше, чуть терпеливее должны были быть сегодня играть. Чуть более терпеливо именно в позиционной атаке, в принципе, нападении. Вот. Ну, в целом, наверное, если оценивать так вот, абстрагироваться, считаю, что команда провела хороший матч, целостный, такой, знаете, взрослый футбол сегодня был, с минимумом моментов, много единоборств, много каких-то тактических деталей, перестроек. То есть, ну, для меня, как для молодого тренера, этот матч очень полезен. И, безусловно, я думаю, для наших молодых футболистов это такие игры, вот, где терпеть нужно, ждать, перестраиваться, ждать своего момента и реализовывать его желательно. К сожалению, сегодня у нас какие-то моменты были, мы не смогли их реализовать. Вот. Ну, будем работать, надеюсь. Безусловно, это работа тренерского штаба всего. У нас есть тренеры, которые готовят эти стандарты, занимаются ими. Вот. Что-то получается, что-то нет. Также сегодня что-то получилось, что-то нет. Будем работать дальше. К сожалению, мы ничего не выжили, нам ничего не удалось забить. Да, наверное, знаете, неправильно будет сейчас кого-то выделять, хвалить. Вот. В целом, наверное, мы сильные команды. Если даже посмотреть там, наши игры, у нас каждую игру большая ротация, и забивают практически всегда разные люди. То есть у нас мы сильны именно вот командным духом, командной игрой. Вот. Есть, безусловно, яркие личности, и, по моему мнению, достаточное количество. Вот. Но хочется, чтобы ребята продолжали развиваться, поэтому, наверное, никого выделять не буду. В целом, да, я считаю, что мы довольно качественно провели первую половину. Мы, если так чуть окунаться, наверное, поменяли систему игры, изменили. В принципе, в целом считаю, что это... Три защитника играли. Да, сегодня мы играли в три защитника. В целом, опять же, спасибо ребятам за выполнение тех установок, которые они получили. То есть, ну, то, что мы планировали, особенно в первой зоне, там, во второй, при развитии атаки у нас получалось. Вот, ну, нам не хватило именно взаимодействия в третьей зоне. Будем на этом, наверное, сидеть, работать.